Концерт памяти Владимира Мулявіна прайшоў у канцэртнай зале Магілёў. Вядучыя салісты абласной філармоніі, вядомыя калектывы і выканаўцы ўшанавалі памяць вялікага песняра. Касіў Язь Канюшыну, Белавежская пушча, знакамітая песня разам з выканаўцамі спявала ўся зала. Великой повагой и трапятанием брались за гэты концерт артисты Могилевской филармонии. Владимир Мулявин зарабил сусветно вядомую белорусскую песню и тым лику песню Могилевщины. Я знаю, что он очень много был в экспедиции в качестве Мстиславском районе. Ездил, и одна из песен была посвящена вот городу Мстиславлю. Это я знаю. Поэтому я думаю, что с каким трепетом относился к Могилеву, к Могилевской области. Наверное, вот это наша теперь отдача ему. Песняры занатавалі і выкавечылі саму ідэнтычнасць беларускага характару, таму сённяшняе пакаленне артыстаў лічыць за гонар дакрануцца да генія, да энергетыкі Владимира Эдуардовича Мулявіна. Это программа, которую мы уже делали просто несколько месяцев с огромной любовью и к Владимиру Георгиевичу, и вообще к коллективу «Песняры», потому что «Песняры» – это целая эпоха, это даже определенное направление в музыке. Подчас концерта гучали его знакомитые на весь свет творы. Спевали артисты, спевала зала. Он всегда жив для нас, и мы всегда его помним, знаем. А как насчет песен, я всегда его песни пою. Я участвовал и с Финбергом много раз в конкурсе молодых исполнительных в «Молодечно». И мы там постоянно пели его песни. Такого масштабу и такой якости представление повинно должиться. На городе филармонии, а мы протяг будем. Ранкевич, Татьяна Дмитрова, Юрий Оласцов. Новини регіону.